конце мая проходит традиционная подготовка мест отдыха. Саров – один из первых городов в Нижегородской области, где открываются пляжи. На озере Протяжном и пруду Боровом саровчане собираются чаще всего. Как показала комиссия, что претензий именно к территории у комиссии нет. То есть территорию мы подготовили, все необходимые, большой достаточно перечень работ подрядчиком произведен. Контроль проходил со всей строгостью. На пляжах специалисты проверяли готовность спасательных отрядов и медицинского персонала, наличие у них необходимого оборудования и медикаментов. На сегодняшний день было выявлено не совсем точные знания у спасателей, на что было указано у медицинского работника. В связи с этим будет проведено на базе местного спасательного отряда дополнительные тренировки. Также подняли вопрос о качестве воды на озере Протяжном и пруду Боровом. По данным проверки, вода соответствует норме. У нас в составе комиссии есть представитель межрегионального управления номер 50 ФМБА России. По ее данным, вода позволяет пляжный сезон открыть. Купальный сезон открывается с 1 июня и продлится по 31 августа. Купаться до его начала в водоемах запрещено. Светлана Ярунова, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.